Сначала нажимаю и отпускаю эту кнопку. Потом нажимаю и отпускаю эту кнопку. Ну же! Ладно, Дональд, включи телевизор. Сейчас будут передавать репортаж Дейзи. А теперь предлагаем вам посмотреть репортаж нашего лучшего репортера Дейзи. Началось! Дейзи, ты в эфире. Спасибо, Роберт. Я сейчас нахожусь в странном королевстве Марлока. Страшного колдуна. Мне все-таки удалось найти вход в его тайный храм. И мы сейчас узнаем, какие ужасные планы он вынашивает. Она просто фантастика! Мы слышим его прямо отсюда. Я постараюсь незаметно подобраться к нему. Подойду поближе. Вот Мерлок. Он работает над очень странной машиной. Кто там? Ты никогда не выберешься отсюда! Эй, отпусти меня! Отпусти меня! Дейзи в опасности! Я спасу ее! Даже не думай! Я спасу Дейзи! Я помогу пробраться в царство Марлока! Это мой восхитительный, невероятный телепортационный аппарат! Я иду к Дейзи! Я спасу ее! Он забрался туда сам! Как раз сейчас у моей машины недостаточно мощности! Мне нужна твоя помощь! Ну, конечно же! Я помогу тебе!